Весной 2018 года на телеканале НТВ был показан увлекательный детективный сериал под названием «Мельник». Этот проект заработал высокие рейтинги благодаря хорошей актерской игре и увлекательной интриге, держащей зрителя до последнего. Фанаты проекта с нетерпением ожидают обещаний съемок второго сезона. Напомним, главные роли в картине исполнили Сергей Шнырев, Сергей Паршин, Александр Константинов, Роман Грибков, Игорь Чернов, Дмитрий Воробьев и другие. Режиссером проекта выступил Станислав Мариев. К сожалению, авторы проекта не анонсировали готовность снимать второй сезон, поэтому продолжения сериала «Мельник» не будет. История завершена. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.